Здорово, друзья! И сегодня мы будем делать типа реакцию, но без реакции на такой очень крутой проект Angry Demenko. Это такой типа видеокомикс, и ссылка на него будет в описании. Обязательно посмотрите, а мы начинаем. Так, Ахри Деменко. Тут еще Саник что-то забыл в углу. Так, да начнется месть. Осторожно, внизу канава. Капец. Интересно, что она делает? Обычный день королевства. Так, и что же... Ох, тяжело. Да, кому сейчас легко? Ох, кто-то в него кинул камень. Так, интересно, кто же это? Кто кинул камень? Угу. О, вот эти хлопцы ржут там сидят. Ну, что-то не очень не поступить, если честно. Ай-яй-яй, плохо быть таким. Опа, что-то зырит. Так. Он отвлекся на надоедливых свиней и выронил все бревна. Так, сейчас перед ним капрал что-то отчитывается, что-то опять там ему ненормально. Ну, в принципе, обычное дело. Каждую пятницу такое я наблюдаю. Так, после рабочего дня. Так, ну у него нормально, 1000 чая. Даже у меня нету столько, но он крутой, видимо, да. Так. О, чай выкрали собаки, ужас. Где же чай? Блин, где чай? Опа, смотри, что-то зырит. Король, со мной шутки плохи, да, я согласен. Сейчас он из него сделает барбекю какое-нибудь вкусненькое. Ты тоже жирный говнюк. Мой чай без моего ведома. Да, вообще, вот сволочь. Так, опа, что-то какой-то катапульте, да. Ну, крутые у них технологии. Илон Маск до такого бы не додумался. А что за фигня была? Опа. Ой, капец. Хитрожопенькие сидят там, пьют чай с мой украденный укс. Хитропопенькие. У них там, опа, не слипнется от хитрожопости-то. Такой ужас. А. Капец, Димонку выгнали. Все, выкинули. Да, тяжело, конечно, тяжело. Демен когда чуть не потерял сознание после такого падения. Ах, почему? Тяжело, конечно, грустно, да. Капец. Вот они. Подарочек на Новый год. Вот придурки, конечно, я согласен. Вообще сидят там, хмылятся чуть-чуть, что вообще. Ну, хитропопенькие, конечно. Так, ну все. Ну, он им отомстит и устроит как бы революцию в их экономике. Ну, короче, капец лысым, капец. Ну, ладно. Давайте смотреть вторую серию. Так, ага. Автор идеи очень хороший человек. И, ну, рисовал тоже хороший человек. Вообще хорошие люди. Такой шикарный проект сделали. Так, Angry Demenko. Вторая серия. Шикарно, шикарно. Ах, ну и пошли они, бездари. Да-да-да. Так, угу. Да, надо же где-то жить этому лысому. Он теперь все бомж. О, что-то заметил. Так, вау, какая-то чила крутая. Какая-то тележка. О, круто, будет жить в тачке. Ну, кстати, заметили, как все красиво, качественно нарисовано-то вообще. Шикарно, шикарно. Ух, ну все, нравится, ну все тогда, зашибись, его можно заканчивать, все, он будет жить и все, кушать, не знаю, выборочку какую-нибудь, и все, выживет, думаю. Так, угу, уснул лысый. Так, так, так. Угу. Какая-то суета начинается, смотрите. Опа, машина покатилась прямо к замку свиней. Так, так, так. Так, опа, капец. Прям выехала. Вообще нормально, нормально. А, капец, свиней подавила. Вот, вот так им и надо. А что они это там хулиганят? Вот все так им и надо всем. Все. Опа, проснулся молодой. О, он остановился.
типа его остановила какая-то груда камней. Опа, вот и стражник прибежал, капец. Агрессивный, агрессивный. И что же он будет делать? Так. Спустя некоторое время. О, вот этот король с нами, снова перед нами предстал. Что мы тебе говорили? А что в итоге устроил погром в городе? Ты заслуживаешь крайних мер. А, неужели отсечение головы? Бедный хряшек, конечно, бедный свинтус Димонко. А он тварь, чё чайка рдёт-то? Он... Опа, в какую-то пушку засунули, все. Такой молодой был. Так, опа, начинает какую-то движуху. Капец, конечно. О, смотрите, кто-то сзади подобрался. Кто-то, смотрите. О, бам, капец. Ну-ка, ну-ка. Опа, все, нет больше лысого. Его обезвредили. Отлично, пришел какой-то хороший свин и помог. Опа, ну все, начинается какая-то супер-движуха. Ну-ка, бегут эти два. Так. Опа, куда-то забегают какой-то подвал. Так. Все. Опа. О, их несколько. Так. Кто вы? Мы изгои. Капец. Капец. О, это мой, кстати, самый любимый момент. Деменко, зачем вы мне помогли? Вы явно необычные ребята. CJB. У нас история почти похожа была на твою. Мы следили за тобой до того, пока тебя не выбросили на свалку. Мы хотим тебе помочь, и ты нам обязан. Нужно придумать план мести таков, чтобы разрушить экономику короля. Спустя некоторое время. Капец, что-то намечается, рявно, какая-то революция, ужас. Интересно, что же будет дальше? Так, 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 смотрите, буквы исчезают, это очень интересно. Опа, так, объясняет какой-то план. Так, ага, ага, угу. Опа, так. О, капец, это был конец. Ну, что можно сказать, очень крутые две серии. Обязательно переходите, ну, оригинал, по сути, сам, без моих этих комментариев, ненужных никому. Ну, вот и все. Ну, вот, знаете, нарисовано все, как бы, все очень хорошо, очень. Можно смотреть от каждый кадр и рассматривать его просто часами, я не знаю. И сюжет такой интересный, прикольный такой. Вот, им точно Рови нужно посмотреть таких ребят очень крутых. А что они там, ничего не делают, на попе сидят. Вот, ну, это весь мой обзор, можно сказать. Ждем следующих серий, там вы их... Подписывайтесь, не пропускайте, а если пропустите, то пропустите, когда ваша девушка забеременеет, поэтому от кого-то левого, поэтому все, давайте, всем пока, удачи. О, друзья, вы все еще тут, тогда знаете, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, нашу группу, ну, конечно, наш Дискорд сервер, потом группу ВКонтакте Дикона, не знаю почему, просто подпишитесь по-братски, и еще там везде-везде заходите, там делайте и танцуйте джагу-джагу, всем пока, точно, вот этот раз последний раз в первый класс, да-да-да.